Все кнопки управления здесь, на лицевой панели, регулятор перемещения здесь. Здесь цифровое табло, отображает текущие координаты, машинные координаты. Блок состоит из самого пульта и датчика, беспроводного датчика, который ставится в USB-порт компьютера. Ставится специальный плагин для матча, и управление полностью переводится на вот этот контроллер. Оно дублируется на экране, то есть выбираем координату, которая нас интересует. Здесь есть переключатель координат. И в ручном режиме вращением вот этого регулятора передвигаем станок. При необходимости меняем координату. Перемещение происходит как в непрерывном режиме, так и в шаговом. Шаг можно выбирать миллиметр, 1/10, 1/100. Кнопки на передней панели позволяют управлять координатами, то есть обнулять их, двигаться к нулю, движение к нулю. Здесь расположена кнопка поиска нуля под датчиком. Сейчас вам продемонстрирую. То есть в матче все координаты дублируются в это время. Кнопка поиска нуля. То есть по магнитным датчикам станок едет в крайнее положение. Сейчас вы видите, что координаты будут, все координаты будут равны нулю. Да, вот. Ноль здесь и ноль здесь. То есть все координаты обнулены. Из этой позиции мы можем выбираем нулевую точку в ручном режиме. Допустим, она у нас будет вот здесь. Координаты обнулены. Запуск программы. Программа загружена в матче уже. Запуск программы кнопкой старт. Программа исполняется. Можно регулировать скорость исполнения, замедлять прямо в режиме работы. Вот сейчас замедлил до 50%. Вот 100% скорости, 200% скорости. Так можно ставить паузу, останавливать программу, запускать ее сначала. То есть все эти функции доступны. Так мы возвращаемся в 100% скорости. Все, пульт можно выключать, на магнитах он крепится с любой железной поверхности. При необходимости в любой момент пульт включается, загружается мгновенно, и мы можем управлять, ставить паузу и так далее. Здесь также имеется 5 кнопок с надписью макро, на которые можно задать любые функции. То есть любые функции программируются, как-то поиск нуля, поиск смена инструмента по пластине, возврат в координаты, поиск центра, вращения и прочие вещи. Все это забивается на эти клавиши, и при нажатии отрабатывается соответствующий скрипт. На этом все.